филиале это на телевизорах. И наше, опять же, предприятие, родная Днепровский машиностроительный завод, который делал приставку Ари. Но это игровая. За ней все гонялись, она стоила там чуть ли не 50 рублей. И потом все у этого парня сидели дома и... Наші іграшки збиралися з усіх міст України. Наприклад, ось ця лялька 60-70-х років приїхала до нас з міста Харків. А ось цей медведик, Винни-Пу, приїхав з міста Мелітополь. Люди, які побачили відкриття музею дитинства, вони прониклися цією ідеєю і телефонували нам, писали і надсилали поштою експонати. А у вас були? Любимі двоє, твоїх видавали. Ну, багаті можна взяти. У мене вообще Нет, левша просто. Тут прицел смещенный какой-то. Ну что, мы уже... Статистика, это сдавалось. Мама пришла. Що вона тобі ще показувала? Ігри, які були. А тут були такі якісь іграшки, які в тебе були? Так. А що в тебе було? И Леонид Данилович даже написал ну, нам как бы пожелания детям, и как бы мы планируем, что мы будем менять. А здесь есть Леонид Макарович. Ну, фотография пришла сегодня, я еще не успел узнать, где здесь Леонид Макарович. Ну, если вы увлекались футболом, мы также написали письмо именно днепровским спортсменам. Олег Протасов, чемпион по математике в третьем классе. Потом дети 60-х, дети 70-х. Давай еще дальше. То есть мы это все проследили в семейной линии. Ну, и если к игрушкам вернуться, ну, это понятно. Да, да. Самострелы, да. Потрясающе.